Перед началом церемонии открытия гости и участники мероприятия почтили минутой молчания память Сергея Ивановича Ненастина, основателя анапского отделения Всероссийского общества автомобилистов. Он ушел из жизни всего за несколько дней до праздника. После выхода команд на полигон ребят поздравил заместитель главы города-курорта Сергей Козлов с пожеланиями юным автомобилистам честной борьбы. Завершили церемонию открытия поднятием флагом. В этом году в честь выпала капитанам команд из Татарстана и Краснодарского края. Ребят поздравили и творческие коллективы Анапы, шоу-группа «Акрофэмили» с силовыми и акробатическими композициями, и группа «Русские богатыри» продемонстрировала мастерство фехтования на мечах. Особенность соревнований этого года – капитанам команд пришлось стрелять из лука по мишеням, за которыми скрывалась порядковая нумерация выступлений. И с лозунгом «Ударим автопробегом по курортному зною и праздному отдыху гостей курорта» автоколонна выдвинулась на улицы города. Чемпионат по автомногоборью продлится несколько дней. За это время участники, которые прибыли из 15 регионов России, продемонстрируют мастерство вождения и знаний правил дорожного движения. Окончательные итоги и звания победителей станут известны уже в начале следующей недели.